Почему, дрочер, что ли, подался? Это не мое, это Кэпа. Типа я дрочер, да? Да! Headshot. Don't you. Move again. Кинокомпания «Итак, Нокта» и «Мозголом Продакшн» представляют. Это шедевр, или как нагибает золотая сайга. О, Рачишка опять с глушителем. Будешь вновь углы обтирать? Нет, Кэп, если ты не знал, сайга с глушителем ваншотит лучше, чем без него. Это особенность данного оружия. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и капитан Очевидность. Играем в Warface. В руках у нас золотая сайга. Всегда мечтал именно с ней поиграть. И кроме этого, есть у меня для вас офигенный анекдот. Анекдот такой. Молодая семья, жена приходит с работы, открывает дверь и такая: «Дорогой, доставай свой член, у меня отличное настроение». Заходит на кухню, там муж сидит, покрасневший весь. И его родители, они, оказывается, в гости приехали. У матери рот открыт, глаза на лоб лезут. И только батя такой спокойный смотрит на сына и говорит: «Да ладно, сынок, не переживай ты так. Твоя мать тоже в свое время так лоханулась». Ха-ха-ха, да! Есть такое. Батя вот разрядил обстановку, вышел из ситуации. Мать сдал нахрен. Молодец. И что я хочу сказать. Вы, наверное, прочитали название. И да, так оно и есть. Это последнее видео Ракутагина. Потому что уже завтра я стану не Ракутагином. Жесть, стану... если так подумать, эта карта такая маленькая. Да, даже меньше, чем твое очко, когда ты на РМ играешь. Пошел в жопу. Да, пошел в жопу сам. Да. Завтра я уже не буду Ракутагином. Я буду господином Ракутагином. Потому что завтра мы с госпожой Очевидность официально женимся. У нас свадьба завтра. Есть такое. Это, кстати, причина, почему видео сейчас редко выходит и плохо. Подготовка свадьбе, там геморрой весь. Вот свадьба охрененная штука, а вот подготовка к ней — это, сука, ад. Да, поэтому вот такие дела. Не рекомендую вам подготавливаться к свадьбе. Сука, но без этого никак. Ладно, на чем я остановился? Я остановился на том, что все классно. Сайга гнет, она нереально гнет. Ну, детка, следующий, где мои ароматные попки? И давай, хатабушка, бубушка, выходи давай, выходи сюда. Ща будем просверливать, сука, дополнительные отверстия в организме противников. Сука, люблю эту мелодию. Этой мелодии столько же, сколько моего канала, а то и больше. И она нагибная до предела. Вот они, сука, хребты противников. Давай! В атаку! За Путина, сука! Да! Чё? Казалось бы, при чём здесь Путин? Но... я сам не знаю. В любом случае, да, вот блин. Так вот! Офигенно получается, да, смотри! Ноги похвальные! Вообще сочнейший просто идет, мощнейший, нравится мне. Вот так вот! Маслочизируем на отличненько! Сразу после свадьбы, ну или через день там, мы вновь будем пилить много нагибных и качественных видосов по Warface, по Fortnite и по многим другим интересным играм. Вот так, Герочка, да? Сила! Отлетел! Где еще противники? Выходите!
Так. Так. Еще мы хотим с госпожой Очевидность поехать в свадебное путешествие. Вообще хотелось бы поехать куда-нибудь в Турцию или Испанию. Но, судя по нашему бюджету, мне кажется, мы поедем в Тулу. Ха-ха-ха, да, в Тулу, сука, поедем. Тульские пряники хавать. А что, тоже хорошее свадебное путешествие. Но в любом случае, когда уж к этому моменту я точно заготовлю... Headshot, baby, you got all! Вот это я заготовлю! Видосы заготовлю, чтобы вы не скучали, мои родные, мои сладкие. И все будет очень даже хорошо. Красава, Ракутагин, эта пушка явно подходит к твоим клешням. Да, сегодня вообще у меня настроение отличное. Времени только нет, я бы еще один видос запилил. Все, ребята, беру перерыв на пару дней, но потом возвращаюсь и пошел на гиб. Да, есть такое. Всем спасибо за поздравления, за троллинг тоже спасибо, я вас всех люблю. Если данное видео вам по каким-то причинам понравилось, то предлагаю сделать ряд несложных, но весьма полезных для вашего здоровья действий и для вообще благополучия. Ставьте лайки, по желанию, яйки чешите обязательно, без этого оно просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся. Пока.